Это что получается? Второй раз за месяц дед восстал, песеры. Ну ладно, не суть. Короче, давайте сразу вот ко всему, что нас тревожит. Поиграл я, значит, несколько дней в обновленный eFootball и экспертно, как кибер с многолетним стажем, могу заявить следующее. Konami – контора пидорасов. Это база. Ладно, визуально, конечно, все стало прикольнее. Особенно радует тот факт, что теперь наконец-то появился судья на поле. Я думаю, многие теперь вот тратят время на то, чтобы уебать эту лысую сучару. Ну, есть по-любому вот эти вот дурачки, которые ведутся на халяву и, наверное, вообще очень сильно балдеют с этой обновленной игры. Но нам, людям, которые разумные, нужен был отличный геймплей в онлайне. И контора нас наконец-то услышала, ответив следующее: «Идите нахуй, нам похуй». Но, несмотря на это все, я все-таки вернулся на треклятый YouTube, который, кстати, теперь мне платит ровным счетом нихуя. Поэтому подпишитесь на мою телегу, ссылка на которую находится в описании. Ведь чем больше там будет людей, тем дороже я смогу там продавать рекламу. И по итогу не умру с голоду. Хотя ладно, шучу. Эти деньги мне нужны на то, чтобы делать вам годный контент. Ведь именно на них я купил вот этого Месси и вот этого Неймара. Так что давайте-ка пойдемте тестировать их прямо сейчас. Лайк, подписка, комментарий, если ты отличный парень. Если ты ебаный мох, то ты смотришь обзоры на паки и статы. Желаю тебе скорейшего выздоровления, дебил, блять. Что-то пока дико неудобно играть в контроль мяча, нихуя себе, Оливер Кан, что за супер сейв? Ну так, теперь за это нужно ему как-то вот, блять, что-то хуйня какая-то получается. Пиздец. Сейчас вот отсюда посмотрим, на что способен Леонид. И можем сделать вывод, что реализация у него не нарисована. Так, а теперь настало время Неймара. Смещаемся вот сюда вот и хуякаем! Ну окей, реализация тоже в порядке. Но, блядь, дело в том, что вратарь какой-то, сука, непробиваемый. Итак, у нас тут Сюрстрёминг, реализация 1400 и... Блядь, ну что за хуйня происходит, я не понимаю. Из этого ничего не вышло, хотя Лёня выцарапал мяч. Отличный навес, ну Сюрстрёминг, сука, второй этаж выиграть не может, хотя вот... Блядь... Чё за ебейший вратарь у него в рамах? Лысая башка, только не свисти. Дай нам последнюю атаку провести. И вот здесь вот Нейм... Чего, блядь? Какого хуя, сука? Во время удара, блядь, свистнул. Это чё за пиздец? Кто это, блядь, такой? Если это не сын разработчика, то я вообще нихуя не понимаю, какого хуя он так стоит жестко, блядь. Ну же, Сюрстрёминг, да прессинговать надо и ударить. Блядь, я уже не удивляюсь. Как умеешь, бро, давай, 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 Ромеро, сука, блять, что там за хуйня, Лёня, добивай, ху-ху-ху-ху-ху, наконец-то, ёбаный рот, блять, в защите этот пациент просто нулевой, поэтому вот так вот мы спокойно прошли, чего нахуй, как он это делает, блять? Антоха выдает шикарный пас, ну, Холланд, да ты ебать, ну, вот пустые ворота же, сука. Версия игры новая, но а гандикап старый. У Лёни должна быть супер приятная моделька и ошеломительный дриблинг. Всех тут, блядь, накрутили, но все-таки пробить нормально не смогли. Я хуй знает, как забить этому типу. По-моему, это миссия, которая никогда не будет выполнена, даже если мы будем играть с ним миллиард таймов. Тысячный провал в обороне. Давай, Сюрстрёминг, отрывайся. И вот так вот. Да пиздец. Сам забить не можешь, отдай на Гризмана! Блять, да это пиздеж какой-то уже нахуй несерьезный, блять! Гутямба предсказуемо потерял мяч, но тут соперник затупил, и вот очередной выход один на один. Nope. Сюрс! Чего, блять, иди ты нахуй! Сука, ну вот это вот как можно было засейвить? Блять, вы только посмотрите на эту статистику! Это пиздец. Короче, квикайте своих Куртуа, Облаков, что у вас там еще есть? Оливер Кан, Терштеген и прочие вот эти вот деятели, они все полная хуйня. Оценка 7,5. Я очень уверен, что точка здесь лишняя. У него оценка 75, при том, что из 10. Ой, нет, это полная херня. Надо держать свой фокус на Месси и Неймаре. Ведь я тут стараюсь обозреть именно их.
Вот же он, этот красавчик, получает мяч. Отлично. Здесь проходит одного, второго. Бля, дриблинг, конечно, у него ебейший. Еще бы вот пасы бы были нормальные. Так, давай-ка вот отсюда, блядь, Неймар на подхвате, ну! У нас украли камерунский пас. Когда не знаешь, что делать, отдавай на Неймара. Так, один обыгран, второй тоже пас. Ну, хорош, Сюрстрёминг корпус поставил и заработал пенальти. Ну, конечно же, надо стату фармить именно Неймару, для того, чтобы потом выебываться в интернетах. Вот так вот, все просто, переиграли. Блять, я даже ложу телефон на стол для того, чтобы похлопать вот этому сумасшедшему корпусу, который показал Леонид Месси. Не, ну мы не жадные, поэтому отдадим пас на Эрлинга, там набегает где-то Неймар. Давай, бро, фарми стату! Сука, ну как же, блять, вот так вот, а, получается? Как же приятно бегать за Неймара, который вроде не в офсайд отдал. Да, хорошо. Короче, голевая передача, значит, получается плюс один. Мое мнение, что вот именно Неймар по моей прокачке, которая, кстати, есть в моем телеграм-канале, ссылка на который находится в описании, он просто какой-то дикий пиздец. А вот Месси промежуточно мне что-то не особо нравится. Просто ради интереса мне вот хочется проверить дальний удар Гризмана. И непонятно, вот понерфили ли их... Либо вратари слишком крутые стали. О, смотрите, тут появилось какое-то новое прикольное празднование. Блять, вот ради него мы играем в eFootball, сука. Вот ради него мы ждали 25-ю часть. Мы вот прям вот, блять, все надеялись, что нахуй нам этот геймплей ебучий. Главное, чтобы празднование подвезли. 578 ударов понадобилось, чтобы вратарь перестал отбивать вот эти вот, блядь, мячи. Но, опять же, Неймар забил, Неймар красавчик, Неймар мне пиздец как сильно нравится. Прям охуительная карта. Стиль, дриблинг, удары, все вообще на месте. А самое-то главное, его ебейшая моделька. Давай, покажи нам свой индивидуализм. Так, одного обошел, двух обошел, трех обошел, нихуя себе! Даже я такого не ожидал, хотя надеялся, что он исполнит в конце, заебись. Перда невыносимая, конечно, происходит, а вот здесь вот ошибочка, давай, Лёня, подкрутка! Вот в чем он всегда был хорош, и эта карта у него тоже заебись подкручивает. Ничего нового, в принципе, кроме стиля. Так, жми его, сучку, так, этот Лёня цепкий как питбуль, блять! Как же меня заебали эти вратари соперников. Но все равно, так или иначе, иногда получается их пробивать. Пускай и с добивания иногда. А может быть и всегда. А может быть просто не всегда, конечно, но намного чаще, чем хотелось бы. Тут опять Неймар в центре внимания, успевает к мячу. И вот отсюда давай, мэн! Ой, блядь, как же это плохо, сука. Ну, давай на читерской добавленной все-таки забьем с углового в конце. Нихуя себе, это что получается, ассист Неймара на Месси? Наконец-то, блядь, связка начала работать! Ну что, мой итог таков. Карта Неймара мне чертовски зашла, и я абсолютно не пожалел, что его приобрел. А вот с Месси все немного по-другому. Как игрок он, конечно, крутой, ну, конкретно в eFootball, да и в жизни, наверное, тоже. Но всегда его карты, конкретно по модельке, они были на любителя. Поэтому, ну, хер знает. Играть я им, конечно, буду, но не с таким же удовольствием, как за Неймара. А вы свое мнение можете оставить в комментариях под этим видео, а я вам говорю, что мы услышимся с вами, когда услышимся. Жди его шмёт на дис, ведь его бесят киберспорт, юмор и киберспорт песни. А каждый топ-мен знает это бист. Привет, здесь ставит палец вверх после детства